Сегодня мы с вами поговорим о приоритетах. Если вы желаете иметь конспект, вы можете зайти на вот эту аппликацию, которая на экране, на вашем телефоне, исследовать. Там есть и конспект, и все места Писания. А сегодня давайте вернемся к нашей теме «Приоритеты», «Мои приоритеты в жизни». И первый, мы, наверное, с вами пройдем таких пять важных пунктов, которые относятся к пять важных фактов о приоритетах. И первый из них, это он звучит так. Я не анализирую мои приоритеты, пока я не почувствую последствия. Я думаю, что это очень правильно сказано. Наверное, что вы тоже можете признаться, что мы не часто размышляем о наших приоритетах, не часто думаем, что же в жизни самое главное. Можно задать себе вопрос и честно самому себе ответить, когда это было последний раз в нашей жизни. Что мы анализировали, переосмысливали, куда уходит наше время. А Библия говорит, вникай в себя. Значит, иногда полезно заниматься вот таким анализом. Обычно мы верим, что у нас все более-менее нормально, все правильно. Но из практики мы видим, друзья, что хорошие проповеди, советы иногда не на всех или мало влияют, потому что Иисус однажды сказал очень большую истину. Об этом записано Матфея 7 глава с 26 стиха. «Кто слушает сии слова и не исполняет, тот уподобится человеку, который построил свой дом на песке. И пришла вода, пришел шторм и полный крах». И написано, было великое разрушение. И вы знаете, что по жизни я вижу, что у многих людей это идет такой стабильный, хронический процесс в жизни. Вот прошел какой-то период времени и опять крах. Прошел какой-то период времени и опять наводнение, шторм, завал, опять все плохо, опять все разрушается. И, естественно, важно всем верующим признать, что мы, большинство из нас, мы очень много знаем, очень много знаем. Но то, что трансформирует, то, что меняет, это послушание истине. Знание важно, но послушание истине, именно вот это делает твердым, непоколебимым наше основание. Иначе, как сказал Христос, придет наводнение и на нашу улицу, и тогда написано, падение будет великим. Когда человек обычно начинает анализировать свои приоритеты, куда уходит свое время, это тогда, когда уже последствия пришли. Ну, у кого-то, возможно, это когда человек узнал свой диагноз страшный, начинает плакать, потерял работу, начинает думать, упустил, возможно, воспитание своих детей, начинает переосмысливать, но это уже последствия. Но мудрость заключается в том, чтобы предотвратить последствия. У человека есть свое понимание, что есть в жизни главное, что важное. Но также и у Бога есть свое понимание, что главное и что важное. И нам здесь важно самому себе сказать, мое понимание, что для меня главное, сходится ли оно с Божьим пониманием, что в жизни главное. Прочитаем вместе Матфея 6 глава с 31 стиха по 33. Когда я только начал читать Библию по своему собственному желанию, именно этот стих был на моей Библии на такой кожаной обложке выбит. Это было таким центральным местом Писания в начале моего христианского пути. Там написано, «Итак не заботьтесь, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше центральная мысль. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и все это остальное приложится вам. Интересно, что это не значит, что духовные люди не нуждаются в пище или в одежде.
Но здесь очень ясно сказано, что для духовных людей, для них это никогда не будет приоритетом номер один. Скажу еще проще, для них работа никогда не заменит Бога или церковь. Работа никогда не станет на первом месте. Хотя это надо и это важно. Второй вывод из этого стиха – это то, что Бог говорит, что когда человек ищет прежде Царствие Божье, в английском переводе написано «seek first the kingdom of God», что ищи первым, на первом месте. В другом переводе написано «seek above all and anything». Ищи или прилагай усилия больше всего. Это чтобы в твоей жизни приоритетом был вот поиск Царствия Божия. Божьего. И дальше написано, пища и питье Бог в этом стихе говорит, я дам, я приложу. Это будет дополнительный бонус благословения для тебя. Человек обычно по жизни идет наоборот. Он ищет материального, прилагает усилия физические сам, и потом Божье Царство, оно нам тоже как бы не мешает. И мы тратим массу усилий и времени. А Божий метод немножко изменить эти приоритеты. Ты трать меньше время туда, пусть мое Божье будет на первом месте. И все вот эти материальные нужды, которые на земле, они необходимы. Бог об этом знает. Бог сам в Писании об этом написал, нам сказал. Я это все приложу, дам вам необходимое. Еще интересно, что в этом месте Писания говорится, ищите прежде Царствие Божье и правды. В другом переводе, праведности Его. В английском переводе написано, ищите Царствие Божье и живите праведно. А в начале написано, пусть это будет прежде всего приоритетом вашей жизни номер один. Наш первый пункт, человек не анализирует свои приоритеты, пока он не почувствует последствия. Как хочется, чтобы эти последствия, печальные, плохие, они не пришли в нашу жизнь раньше, чем мы начали анализ своих приоритетов. Хочется искренне пожелать каждому верующему человеку анализировать свое время и приоритеты, прежде чем придут плохие последствия. И когда в этом месте Писания Матфея мы прочитали с вами, что ищите прежде Царствие Божье, здесь как бы вроде бы понятно направление, но там записано еще и праведности, и еще одно важное слово Его. Правда Его или праведности Его. То есть человек в какой-то степени имеет какую-то оценку своей праведности. И более-менее человек, особенно кто посещает церковь, считает себя более-менее правильным или праведным, верующим. И здесь тоже есть одна маленькая опасность, потому что Писание говорит, чтобы мы искали не своей праведности, как мы считаем, что ну я более-менее нормальный. Если хотя бы в церкви сижу, и мы смотрим на тех, кто в церкви не сидит, не ходит, и мы себе как бы ставим планку самодостаточности. Я достаточно праведный, духовный, люблю там, не знаю, молиться, петь. Но здесь Библия может нас немножко обличить. Да, ты любишь то, но у тебя есть проблемы вот с другими моментами. И Библия призывает прежде приоритетом пусть твой будет поиск Божьего Царства и Его праведности, праведной жизни. Пусть это будет приоритетом в твоей жизни номер один. Переходим с вами к пункту номер два. О приоритетах. Если для меня что-то не является приоритетом, у меня не будет на это времени. Много в жизни есть интересных, важных вещей. Часто мы не успеваем. И часто на даже хорошие, полезные вещи ответ, почему мы это не делаем или не занимаемся этим, потому что у нас не хватает времени. Мы не против, но у нас просто не хватает времени. Но сегодня особенно, я думаю, что человек разрывается. Раньше, вы знаете, может быть, 50 лет назад дорога была одна. Кто жил на ферме или где-то,
дорога была на поле и с поля. И других, так скажем, отвлечений, развлечений и вариантов особо не было. Сегодня их есть так много, особенно с помощью интернета, что человек иногда теряется в своих приоритетах, во времени. И сегодня общество современное, оно как бы от нас ожидает или, пытаясь сравнивать нас с другими, толкает нас на то, что нам нужно успевать и работать, и иметь время с друзьями, и куда-то поехать, и быть в церкви, и заниматься бизнесом, и нужна зарядка и спорт, нужно книги читать, чтобы развиваться, нужно быть в курсе всех новостей, нужно также ходить в колледж или заниматься самообразованием, нужно проводить время с детьми, также участвовать в служении, иметь личные отношения с Богом. А как насчет хобби? Нужно иногда отдыхать, проводить время с женой, проверять телефон, отвечать на месседжи и так далее. Как же все успевать? И везде быть таким хорошим, успешным человеком. А теперь особенно сузим и поговорим о верующем христианине. Как успевать? Мы с вами прочитаем один очень известный Псалом 1, где написано с 1 по 3 стих, Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот это последняя часть, то, что когда-то зацепило мое внимание. Во всем, что он не делает, успеет. Мне кажется, 200 лет назад, возможно, он и успел бы. Но в наше современное время здесь, в Америке, кажется, как найти такого счастливчика, который, все успевает. Значит, тогда нам нужно разобраться, либо Слово Божье что-то не так нам говорит, либо где-то есть какие-то секреты в человеке, который все успевает. И здесь нам важно понять. Важно понять одну истину. Вначале давайте попробуем сделать итог этого стиха. Для того, чтобы успеть, в другом переводе, кстати, в английском написано, этот человек, он будет успешный, he will prosper, он будет процветать, будет заканчивать или будет успевать. Говорится также о законченном деле и об успехе. И здесь интересно, что успех заключается в том, что этот человек, а здесь говорится о праведнике, это очень важно, о верующем, о праведнике, он куда-то не ходит, где-то не сидит и что-то не делает. Понятно, что здесь можно сказать, что он не участвует в греховных, развращенных компаниях, там даже не сиди просто так, это будет для тебя не полезно. Размышляй над Словом Божьим, не просто читай, но размышляй. Будешь посажен, будет плод и так далее. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что он не ходит или не сидит. Здесь можно сюда добавить, не сидит не просто в компании, а не сидит, например, на интернете много, не сидит за телевизором много в современном мире, не сидит еще за чем-то много или не ходит куда-то слишком много. Обращаем с вами внимание на то, что важно не только, что человек делает, а важно и то, что человек, праведник, должен что-то не делать, от чего-то отказываться. Даже от хороших каких-то, возможно, предложений, но которые не есть главные, которые в жизни христианина не должны занимать приоритет номер один. И секрет вот в чем. Почему праведник, о котором мы с вами прочитали, все успевает? Он успевает не потому, что он супермен. Он успевает не потому, что он сильно быстрый, он и книги читает, и в колледж бегает, и отдыхает, и на работе, и спортом занимается, и он в церкви в служении учит, и с детьми, все он успевает везде.
Он успевает потому, что у него есть в жизни четкое понятие определения «я праведник». В моей природе, в моей цели на земле есть вещи, которые я должен успеть как праведник, а не просто как обычный человек. Потому что обычные люди не все успевают. По-человечески, в земном здесь нашем мире, мы не все можем успеть, но мы должны успеть то, что для праведника остается приоритетом номер один. А здесь описан этот приоритет. Он о законе его размышляет день и ночь. Слово Божье стает настолько близкой частью его жизни, его сердца, его мышления, его размышлений, занимает его разум, его мысли, его память, его время. Это для него приоритет. И в таком случае он успевает, но он успевает лишь только то, что для праведника он должен успеть, а это отношения личные с Богом. Это пребывание в Его Слове. Вот эти вещи, каким бы он занятым ни был, он всегда успеет. А все остальное, телевизор, социальные сети, там спорт, работа и все остальное, это если останется время. И да, работать нужно, но важно понимать, что для праведника важно успеть то, что должен успеть праведник. И вот сегодня я хочу пригласить сейчас на сцену волонтеров, которые продемонстрируют вам некоторые вещи визуально, которые, возможно, помогут вам запомнить то, что происходит в нашей жизни реально, когда мы распределяем наше время, когда мы строим наши приоритеты и куда уходит наше время на практике. И вот здесь у нас есть такие вот вещи, как, например, это брат представляет просто христианина, любого простого человека, любого из вас, который обычно жалуется на то, что у него просто нету времени, на отношения личные с Богом, просто нету времени. Дальше у нас здесь есть представитель, который любит новости, всегда их читает, проверяет на телефоне, в интернете, в газетах, в разных источниках. Я замечал, как люди иногда даже бывают в церкви, читают новости, проверяют. Иногда замечал, что в семьях бывают проблемы из-за того, что кто-то ударился и читает постоянно новости, пропадает, пребывает, туда уходит на это время. Дальше у нас еще есть представитель, который любит спать. Это нормально, это полезно, спать всегда нужно для организма, но иногда, когда человек говорит, что он не успевает что-то, то мы вернемся к этому сну и посмотрим, где можно кое-что изменить. Дальше у нас здесь есть представитель, который представляет социальные сети. Вы знаете, что по-русски это слово, оно очень так звучит вообще страшно, сети, по-английски social media, media так мягче более звучит, но вы знаете, что социальные сети, там Instagram, Facebook, телефон, я тоже этими вещами пользуюсь, но я не знаю, почему я прихожу к выводу, что чем больше я наблюдаю за жизнью, чем больше я против, тем больше у меня аллергия, тем больше меня оно как-то злит внутри, что люди там просто тонут, утопают, стают зависимой. Это просто новый современный наркотик, который употребляют и мужчины, и женщины, верующие, неверующие, молодые и старшие. И как я сказал, я сам пользуюсь, но я выступаю против. Хочется призывать людей, дорогие, это убивает время, это обманывает вас, это ворует. Это вам говорит о том, что это вы сами себя обманываете, когда вы говорите, что у вас нет времени для Бога, для служений, для молитвы, для личных общений с Ним, потому что у вас есть враг, у вас есть идол, и это сегодня правда. И поэтому такие вещи, как там Facebook, Одноклассники, Контакты, Instagram, это то, что сегодня ворует наше время. Дальше у нас еще есть одна очень популярная вещь, это Netflix, это YouTube. Это разные вещи, где мы смотрим фильмы, это телевизор, это movies и так далее. Туда уходят не только минуты, туда уходят часы,
часы туда уходят. И некоторые в этом пребывают очень стабильно. Ну и последнее, что сегодня очень модно, это, конечно же, джим, спортзал, фитнес, спорт, зарядка. И вы знаете, я вот недавно был в Киеве, в Москве, 5 лет назад так не было. Сегодня там построили такие фитнес-клубы, шикарные, еще круче, чем в Америке, большие, и население туда движется. Сегодня как бы это такой тренд, модно заниматься спортом. Для здоровья это полезно, советую, сам иногда практикую. Но для некоторых людей я замечаю, что это стает такой крайностью, стает таким приоритетом, что они религиозно ходят, особенно даже некоторые женщины. Они более в этом преуспевают иногда, чем мужчины. Они стабильно посещают фитнес. Но если спросить у таких вот любителей спорта, хотя я за, но спросить, а у тебя время на личные отношения с Богом есть? И сколько ты время туда тратишь? На Библию, на молитву? То они иногда скажут нет или скажут, ну, 5 минут. А сюда обычно уходит 1 час или минимум 1 час, а то и 1.5. И некоторые это с понедельника по пятницу практикуют. И здесь нам снова важно понять, куда же уходит наше время и какие наши приоритеты. И если мы сюда еще, кстати, можно давайте поставим сюда работу, простую работу. Работать тоже надо. Написано в Библии, кто не работает, пусть и не ест. Но иногда мы так задаемся задачей работать, овертаймы, разные возможности подзаработать, работать по выходным, работать без церкви, работать много, что ни семьи, ни церкви. И, конечно же, это тоже отражается. Отражается на состояние духовное, на отношения, на многие вещи. И нам просто иногда себя нужно отрезвить, проанализировать, самому себе сказать правду, иногда где-то себя остановить, чтобы наше время оно распределялось правильно. И вот если мы вернемся к нашим новостям, ну даже если вы не против, я не против, что вы будете 15 минут в день тратить на новости, 15 минут только оставляем, а вы тратили 30 минут или больше, и мы вот эти 15 минут отдаем вот этому бедному христианину, который ищет возможности, где бы вырвать это время, чтобы почитать или помолиться. Ну и человек даже, который любит спать, и это хорошо, это полезно, давайте возьмем у него, ну сколько, 10 или 15 минут заберем от сна. Ну 15, на 15 минут он или она поспит меньше. Человек же не помрет, правда? За 15 минут у него должно быть как бы все нормально. 15 минут снова возвращаем, вкладываем именно туда, где мы будем развивать отношения с Богом. Дальше, социальные сети, телефон, social media. Вы знаете, иногда было популярно делать social media fast. Это вот поститься, отключать Instagram, убирать эти все с телефона. И это было модно. Но вы знаете, что оно... В чем тоска, что обычно этот пост, он длится там, ну, не день, ну, 3 дня, ну, удалил свой Инстаграм, ну, на неделю. А сегодня он же опять есть, он же опять твой любимый, он же опять здесь, как здесь. И туда уходит время. Если мы хотя бы 20 минут сократим, уберем, заберем у этого идола, у телефона, у Инстаграма и отдадим ей снова это сюда, то у нас время там растет. Ну, и здесь... Ну, ладно, будем милостивы, только 10 минут возьмем. А даже для тех, кто ходит в спортзал, мы даже оставляем 50 минут, забираем только 10 минут. И отдаем это все нашему праведнику, который стремится к тому, чтобы иметь отношение с Богом. И здесь мы с вами считаем, математику вы сами можете сделать. Мы легко набираем 45 минут, 30 минут минимум, когда человек может вкладывать в отношения с Богом. А теперь внимание, друзья, руку поднимать не нужно. Кто из верующих, кто давно ходит в церковь, может сказать сегодня, что я 45 минут, ну мы так нашли 45, правильно я посчитал, даже больше, но 70, так, 30, 50, 60, 70 минут. И вы видели, мы только по чуть-чуть, и все остались вроде довольны. И все вот эти идолы с нами на сцене. Но все равно мы чуть-чуть урвали там, да? И получается, что 70 минут. И если мы это делим напополам, 35 минут.
Кто из верующих может себе и Богу сказать: «Мой Господь – это мой приоритет. Ищите прежде Царствие Божие – это принцип, по которому я живу. И я минимум 35 минут в день уделяю личному общению с Богом. Я закрываюсь, я ухожу в комнату тайную, я читаю, я молюсь. Я это делаю не на ходу, не когда я уже там в кровать готов, там уже одним глазом сплю. Хотя можно делать и вечером, и утром. Главное – это делать». И вот здесь нам открывается картина, что для нас по-настоящему является приоритетом. Спасибо, друзья, вы можете присаживаться. Давайте мы им скажем спасибо. И вы знаете, какой вывод, друзья? Что правда не в том, что я не успеваю, а правда в том, что я выбираю. Если можно показать это на экране, я думаю, что эту истину вы можете даже себе записать. Я повторю, правда не в том, что я не успеваю, а правда в том, что я выбираю. И чаще всего мы просто поддаемся вот этому ажиотажу популярных, современных, вот этому эффекту толпы, как движется все. А иногда нам важно стать и идти против течения, идти против толпы, не идти за большинством, потому что иногда это может быть плохими последствиями в нашей жизни. И вы знаете, друзья, проблема не в том, что все это плохо или грех. Новости там посмотреть, зарядкой позаниматься, еще там что-то посмотреть. Не проблема, что это грех или плохо, но это может стать грехом. Если это начинает нами обладать и руководить. И об этом уже говорит Библия, 1 Коринфянам 6 глава. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать, владеть». В английском языке написано: «Ничто не, я не должен быть раб ничему. Не это должно руководить мною». Третий пункт по поводу приоритетов. То, что для меня является приоритетом, оно не зависит от обстоятельств. И вы знаете, что это тоже в жизни правда. Если для нас питание – это приоритет, а вам не дают, условия сложные, очень сложные, что человек делает? Садится и говорит: «Я хотел бы поесть, но обстоятельства сложные. Не буду, не могу, я не против». Когда для человека что-то важно, жизненно важно, даже если нету денег, он все равно будет искать кушать. Будет ходить, к нему скажут: «Отстань, не приставай», а он все равно будет приставать и будет просить, будет стучать, будет искать, потому что для него это важно. Если для нас Инстаграм и социальные сети – это важно сегодня, то практически в любых обстоятельствах вы будете этим пользоваться и в нем пребывать. В ресторане, за ужином, в общении с семьей, на митинге, в машине, за рулем, на светофоре, где угодно. Вы всегда будете это искать и в этом будете пребывать. Если, например, работа и церковь, это тоже иногда стает таким, ну, выбором или конфликтом. Общение с Богом, служение. Сделали ли мы все возможное, чтобы наши приоритеты или время, скеджул наш строился именно вокруг того, что Божье? Как написано: «Ищите прежде Царствие Божье». Даниила 6 глава написано вот что, об обстоятельствах, которые меняются. Даниил же, узнав об этом указе, который был подписан против него, чтобы не поклоняться и не молиться никакому другому Богу, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, славословил или прославлял его. И дальше вот это важно, так же, как он делал и прежде или раньше. То есть, другими словами, человек, как и подобно и мы, живет в обстоятельствах, которые меняются. Он в то время находился в плену. В плену, вы знаете, что обстоятельства очень трудные. Ну, как в тюрьме, очень трудно бывает. И несмотря на то, что обстоятельства меняются, он продолжает свои отношения с Богом строить так, как было и раньше, так, как было и прежде. Для него это было приоритетом в его жизни.
Сегодня мы часто извиняем самих себя в том, что у нас изменились обстоятельства. Поэтому мы не можем уже столько времени уделять для Бога или посвящать духовным вещам. Но если для меня молитва и Библия есть приоритет, то нас не остановит ничто. Родители, услышьте это, даже если у вас маленькие дети, и ты моешь посуду, ты все равно можешь слушать Библию. Ты можешь качать ребенка, и все равно можешь слушать проповедь. Если ты тракист, едешь за рулем, ты все равно можешь слушать Библию и слушать проповеди. Еду, работаю на улице или в гараже, я все равно могу назидаться, питаться чем-то духовно, питать свой дух, искать этих возможностей, иметь отношения. Для этого требуется время с живым Богом. И если ты замужем или женат, спроси у своего мужа или жены, дай мне, пожалуйста, один раз в неделю вечер, где я могу закрыться, побыть сама в тишине, без детей, без суеты, без кухни или без работы, но я хочу там побыть наедине с моим Богом. В тишине закрыться с моей Библией, помолиться моему Господу и получить что-то от Него в мое сердце. Возможно, ты никогда не пробовал это спрашивать или просить, но это можно, это легально, это официально разрешается. Искать таких вот вариантов общения с живым Богом. Есть такие сегодня аппликации на телефонах, их есть много разных, здесь три варианта на экране, вы их, кто захочет, найдет, кто разбирается в технологиях, которые фиксируют время, куда уходит ваше время. И я как человек детальный, я вот этим пользуюсь. Для меня важно, куда уходит время. Я записываю, сколько я трачу время на молитву, чтение Библии, на каждую встречу. Все. Вы думаете, куда, как ты успеваешь все записывать. Но есть жена, которая может сказать, что да, успеваю. Для меня важно, куда уходит мое время. И потом можно сделать такой легкий анализ, как проходит ваша духовная жизнь, как ваше отношение или время пребывания в Слове, оно растет в часах, в минутах, или оно уменьшается, оно стабильно, оно нестабильно. Ну, кто хочет, то вы просто попробуйте. Не надо записывать все, это очень трудно, но хотя бы сколько вы проводите время в devotion, вот это личное общение с Богом, хотя бы это попробуйте track your time. И вы увидите небольшой анализ нашей христианской жизни, что наши приоритеты, они давно не там, где они должны быть. Хотя мы себя убедили в том, что более-менее все нормально. Но я призываю нас к этому развитию. Четвертый пункт. Факт о приоритетах. Чтобы изменить мои приоритеты, нужно либо откровение, либо потрясение. Это такой серьезный, страшный пункт. И я свидетель того, как многие люди изменили кардинально свою жизнь, свой график, свои цели и приоритеты. Но только после того, когда в их жизнь пришли серьезные потрясения, серьезные проблемы, ужасы по-нашему. Это страшные ситуации, которые я никому не желаю. И когда люди на земле проходят подобные стрессы, вы знаете, почему-то это влияет. Но как хочется нам, верующим, обратить внимание на другое, что еще меняет наши приоритеты, это откровение. Это откровение от Бога прямо в твое сердце. Вы знаете, что Писание говорит, что вера приходит от слышания. И мы часто понимаем это, что значит нужно слышать как можно больше проповедей, писания, духовных вещей. Это правда, это влияет. Но еще больше вера приходит, знаете, от чего? Когда человек что-то услышал, это слово называется по-библейски рема. Это слово, которое не просто для всех, не просто информация, а лично в твой дух, в твое сердце. Вот вы слушаете информацию, но что-то одно, одна мысль тебя зацепила, и вот это там пошла трансформация. Оттуда начался настоящий процесс. Зачатие произошло. Семя Божье упало, оно было принято.
И когда человек начинает исполнять истину, вот тогда это семя начинает расти. Оно еще невидимые еще перемены, но уже процесс изменений в лучшую сторону, он уже пошел. Как важно послушание, исполнение истины, и как важно откровение, друзья. Вы знаете, что для нас важно понимать, для верующих людей, что часто, когда мы слушаем любую проповедь, верующие особенно могут расстраиваться. Знаете почему? Потому что они уже все это, почти все слышали. Любое местописание слышал. Любой пример слышал. Ну, любая мысль слышал. И, в принципе, ну, что-то такое, ну, супер-супер экстра новое, что никогда в жизни не слышал, но иногда трудно услышать. Кто уже немножко опытный христианин? И тогда мы стоим перед проблемой, тогда о чем мы время тратим, о чем мы слушаем, как бы, ну, задается вопрос логический, куда мы же, люди все деловые. И здесь очень важно в этом размышлении понять вот эту истину. Для меня важно услышать хотя бы одну рему или мысль в мой дух и в мое сердце, которая так сильно подорвет тебя на действие, вот это то, что есть откровение. Откровение, озарение, осознание. Человек шел так, а теперь раз он понял, а, не туда. Ему 100 раз говорили, что не туда. Но однажды он сам получил откровение. И вот здесь нам важно верующим искать этого откровения всегда. Всегда, всегда, всегда быть начеку, искать свежего, свежей манны на каждый день, которая именно это побудит нас к действию. Вы знаете, что люди, которые, ну даже вот у нас недавно был там Рустам, пастор, Павел Желноваков, вот они все рассказывают, как сильно они изменились в страданиях. Страдания никому не нравятся, но как сильно они меняют. Вот эти потрясения, как сильно они меняют людей, цели, планы. Ну, все меняется, все меняется. И, друзья, вы знаете, когда человек вот живет по жизни, идет, и когда он падает в яму, яма, скажем, в рост человека, то обычно он не смотрит уже направо, налево. Если он в яму уже попал, то куда его взоры? Только туда. И хочется сказать, ну неужели надо ждать, чтобы человек упал в яму, чтобы он понял и обратил свой взор туда, в небеса? Неужели нужно ждать аварии, болезней, больницы и так далее? Ведь не стоит этого ждать. Ведь можно по-другому поменять свои приоритеты в своей жизни. Стоит человеку заболеть и сразу... Серьезно, если он заболел, он переосмысливает все ценности, стают другими. Другими ценности стают. Я помню, когда разговаривал со своим отцом, когда он заболел, я у него спрашивал: папа, что вот, ну, ты чувствуешь, вот когда вот объявили такой страшный диагноз? Одну из вещей, которую он сказал, это что переоценка ценностей. Точка. Все, дальше вы сами. Ценности полностью в жизни меняются. Все, что раньше было главным, стает таким-таким мелочным десятым. Вот это то, что мы призваны делать как христиане. И вы знаете, друзья, можно зарабатывать деньги. Можно зарабатывать деньги и нужно. Но иногда вот в семьях встречаешься, что переоценка ценностей произошла после того, когда заплатили, это все стоило путем развода, путем скандалов, депрессий, ада на земле. И все заработанные деньги уходят только на адвокатов. И иногда бывает, что мы зарабатываем, но иногда потом приходится, что отдаем на адвокатов. Часто это может быть и в жизни, и в семье, и в бизнесе. Нам важно, чтобы мы были честны между собой и Богом. Ищите прежде Царствие Божие. И его праведности, все остальное приложится, будет вам. И последний пункт, библейский приоритет. Это то, о чем мы с вами читали. Здесь очень тоже написано прямо,
Матфея 6:33 снова. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Как вы выбираете, где вам жить, в каком месте? Как вы выбираете, где и на какой работе вам работать? Это решает погода, ваше место жительства, или Божье что-то, духовное, церковь. Вот это правильный индикатор. Я помню, как когда-то мы выбирали место, куда нам ехать с нашей семьей. У нас было много вариантов, где жить в Америке. И мы там выбирали, где там, ну, там, не знаю, Нью-Йорк. Ну, почему? Потому что фильмы видели про Нью-Йорк. Что подростку надо. Выбирали там, ну, где казаны живут. А папа нам всегда собирал и говорил. Он всегда делал какие-то решения, нам были они непонятны. Он всегда вот выбирал, где вот что-то, если где жить, вот дух, принципом места жительства будет духовное. Это или служение, или церковь. А потом уже все, работа, все остальное, все было второстепенно. Не погода решала место жительства. Точно так же неделя. Вот как проходит наша неделя в обычной семье? Вы знаете, бывает, что ну, не пропустит appointment к доктору, не пропустит там музыкальный урок ребенок, не пропустит там какой-то спортивный кружок. Но когда приходит вопрос к церкви, пропустит спокойно. Спокойно пропустит. И вот тогда включается вот этот пункт. Помните, человек не анализирует свои приоритеты, пока не ощутит цену горьких последствий. Поэтому нам важно, друзья, говорить об этом и помнить об этом. Псалом 33 говорит, ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Ефесянам 5:16. Итог нашей беседы. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Здесь говорится о времени, о приоритетах. Интересно, что здесь время связано с волей Божьей. Вы замечаете? Время и воля Божья. Говорится о том, что время нужно ценить. Интересно, говорится о том, что мы живем в дни лукавые, обманчивые. То есть нас технологии обманывают. Современный мир на сегодня, мы попадаемся в ловушку. Вот что Библия 2000 лет назвала словом «дни будут лукавы». Вас будут терзать, отвлекать направо и налево. Вы будете отвлекаться. Мы недавно проводили конференцию на эту тему «Отвлеченный христианин». Сегодня это время, которое является большим, самым большим искушением в жизни человека – это отвлечение, отвлечение. Тебя просто забивают твои мозги, разум, память, всем чем угодно, но только не тем, что надо. И если сегодня мы с вами понимаем, что Библия говорит нам, будьте осторожны, дорожите временем, и дальше написано, познавайте, что есть воля Божья, то теперь услышьте, каждый христианин, услышьте для себя вот эту истину. Это значит, что есть определенный отрезок времени в течение каждого дня, который рассчитан на то, что человек будет делать то, что есть воля Божья. Я повторю. Если написано в Писании, дорожите временем, будьте осторожны, и написано, познавайте волю Божью, то значит каждый верующий должен понимать, что есть определенный отрезок времени, на каждый день, который в Божьем дизайне рассчитан на то, что человек будет его вкладывать и делать то, что называется волей Божьей. Второй вопрос не менее интересный. Знаю ли я, что это в моей жизни? Имею ли я этот отрезок времени в моей жизни, в моем дне, где я делаю то, что есть воля Божья. Интересно, что Библия
говорит таким вот методом: будьте осторожны. Таким, кажется, добрым тоном. Люди, современные христиане, будьте осторожны. Познавайте, что есть воля Божья. Вы знаете, я, ну, достаточно, мне кажется, летаю. И вот однажды в самолете одну такую мысль расскажу. Самолет начал трясти. Ну, можно сказать, на духовном языке начался процесс освящения. Он бывает там на крузах, на кораблях, там бывает на самолетах. Вот начинает так трясти, потом ты что-то начинает скрипеть, а потом шипеть. Ты так вот вздыхаешь, Ну и молитва льется так сама по себе. Все так получается без проповедников. И вот когда этот самолет трясет, И знаете, какой вопрос обычно задают обычно люди? А что, если сейчас закончится твоя жизнь? Где ты будешь? Вопрос правильный. Но я задаю другой вопрос. А что, если сейчас закончится твоя жизнь? Ответь Богу. Сделал ли ты все то, что Бог сказал тебе сделать? Вопрос другого уровня. Вопрос не просто жизни и смерти. Вопрос не просто ад или рай. Вопрос твоей цели и смысла жизни на земле. Сделал ли ты все то, что Бог сказал тебе сделать? Поверьте, мамы и папы, Бог каждому что-то сказал. Это не значит стоять за кафедрой всем. Но Бог каждому что-то сказал. Дал время и сказал: будь осторожен. Познавай, что есть воля Божья. Пересматривай свои приоритеты. Не забывай искать прежде Царствие Божье и праведности. А потом все остальное. Если забуксовал, тонешь в суете, скажи это Богу честно: Господь, тону. И переосмысли свои приоритеты. Когда мы проводили конференцию на тему «Отвлеченный христианин», я рассказывал пример апостола Петра, который шел по воде. Шел по воде, и вы знаете, что он шел во время бури и шторма. Вот интересно, очень интересно. Было страшно. Было больно, наверное, ну, кажется, ну, crazy idea. Как это возможно? И вот он идет по волнам. Вокруг ветер, буря, те, не знаю, орут, возможно. Весь мокрый, все шатает. Кажется, ну, сейчас и тебя накроет. И почему Петр идет? Друзья, почему он идет? Главная причина – его фокус только на Христе. Вот почему он идет сквозь бурю, сквозь ветер, против ветра, против шторма, по волнам, потому что фокус на Христе. И потом он начинает тонуть. Мы много эту историю слышали раньше. И кажется, да, у апостола Петра не хватило веры. Да, это правда, не хватило веры, плохо. Но самое еще очень деталь, такая глубокая деталь. Почему же этой веры не стало? Почему же он начал тонуть? Ведь он же уже прошел по воде, в буре. Он начал смотреть не туда, куда надо. Начал отвлекаться, отвлекать свой взор, свой фокус Христа на жизнь, на суету, на проблемы, на волны, на ветер, на шум. Начал отвлекаться и сразу начал тонуть. Поэтому, дорогой христианин, если ты тонешь, помни, наверное, ты отвлекаешься. Если ты тонешь, наверное, ты отвлекаешься. Потому что тот, кто не отвлекается, он идет по волнам. Пусть это
Ищите прежде Царствие Божье, оно будет у нас девизом нашей жизни. Девизом нашим и девизом наших детей. Потому что в конце, вы помните, Царствие Божье, Писание говорит нам, что это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это не покупается за деньги. Это нельзя занять у соседа. Это вот это Царствие Божье, которое внутри должно быть в каждом верующем. Вы представляете вот эти качества, которые нельзя вот как-то... Это то, что вот глубоко-глубоко праведность, мир и радость во Святом Духе. Это Царствие Божье. Вот почему написано «Ищите Его, ищите прежде Царствие Божье и праведности Его». А все остальное приложится вам. Какие твои приоритеты сегодня в жизни? Расскажи это Богу. Аминь. Давайте помолимся.